Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Хочу снять небольшой сюжет, что мы сделали тут за недельку, может. Вот это у нас. Здесь заложили камушками так. Закидали землей, заложили камнями. Вот. Там мне делают дорогу. Сделали вот такую вот дверь на вход. Так, здесь у нас прицепляем, чтобы не закрывалось. Что-то я забыл про это. Вот такая вот дверка. В овчарню. Вход в овчарню. Вот, закрыли потолок. Еще немножко не доделали. Не хватило саморезов. Ничего страшного, в следующий раз доделаем. Привезу саморезы и будем делать вот эти вот все дела. Маленьких гусей перевели сюда уже. Разделили большим и маленьким. Там, получается, у нас сидят маленькие. Здесь у нас сидят большие гуси. Ёлки-палки. Сейчас перелезу так. Здесь вот они у нас маленькие заходят. Все. Туда накидали опила. Будем утеплять опилом. Дальше. А здесь у нас будут бараны с козами сидеть. Так. Сейчас еще покажу один небольшой сюрпризик. У нас потерялась одна цесарка. Не знали, где она. Но потом пошли искать грибы. И случайно нашли цесарку. Сейчас я вам ее покажу. Ну как она потерялась? Мы видели, что она прибегает откуда-то. И убегает. Прибегает, убегает. Но потом мы нашли, откуда она прибегает и убегает. Так, гуньки у нас уже вот такие большие выросли. Выросли большие. Сейчас покажу цесарку. У нас пошли маслята. Ну, понемножку начинаются грибочки. А вот почему-то не так много, конечно. Дождей мало. Погода сухая. Из-за этого, по всей видимости. Так. Сейчас покажу цесарку. Вот ее увидели. Поставили ее кушать. Водичку. Вот она. Сидит на яичках. Сейчас приподниму. Вот. Цесаридзе. Вон цесаридзе. Села на яички цесаридзе. Вот так вот. Так что вот так у нас обстоят дела. У нас еще есть не очень хорошая новость. Вчера у нас собака задавила маленького поросенка. Он выбежал к ней. Она его жамкнула. Так что у нас сейчас осталась одна свинюшка. Девочка. Очень жаль, конечно, что так получилось, но ничего не сделаешь. Жалко. Она укусила, прокусила ей легкие.
получается. Маленький свин захлебнулся своей же кровью. Вот так вот, такие вот дела. Сейчас покажу еще дровяник, который сделал. Индюшку привезли вчера, принесли из деревни. Была у дяди Васи. Так, вот дровяник. Вот наш дровяник. Вот. Вот это вот зверюга вчера съела нашего поросенка. Сволочуга. Мы ее наругали. Так, сейчас покажу маленькую свинюшку нашу. Опа. Эй, свинюга. Ты у нас где? Е-мое. А, вон они лежат. Вон мамаша. Счастливая мамаша. С дочуркой. Вот так вот. Задавишь ее, ты что? Мамаша. Ладно, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.